Мое имя Атила. Я на скрипке играю. Мы посещаем вас сегодня. И перед тем, как я буду играть, хотелось бы прочитать Священное Писание. Откровение, глава 21, стиха 23. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будет запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца книги жизни». Аминь. Бог показал святый город Иерусалим, который мы еще не видим. Когда Господь придет, Иисус Христос, взять свою церковь, и тогда мы увидим Голд Иерусалим.